Всем привет! Сегодня у нас очередная распродажа парфюмов из моей личной коллекции. Правила моей распродажи вы все знаете. Предоплата на карту Сбер. Цены, которые я здесь буду озвучивать, они окончательные. Окончательные, то есть уже включают в себя пересылку. Обратиться вы ко мне можете по адресам, которые я напишу в описании под видео, то есть в инфобоксе. Это на адрес электронной почты, в личные сообщения ВКонтакте, либо в Инстаграм. И высылаю я Почтой России только по России. По-моему, все сказала. Если что-то забыла, то дополню. Итак, парфюмы, которые я сейчас буду вам показывать и озвучивать на них ценник, вот как люксовые, так и нишевые будут тут представлены. И цена, которую я скажу, это окончательная. То есть цена включает в себя стоимость пересылки уже. То есть за пересылку вам ничего не нужно будет доплачивать. Итак, давайте скорее приступим. Итак, первый лот — это Эскада, новинка 2022 года, вишневая Эскада. Эскада Cherry in the Japan, вишни. Вишни в Японии, да, вот такой парфюм. Здесь объем от 100 миллилитров, можете посмотреть. Чуточку только попользовалась и, наверное, миликов 2,5 поделилась. Ну вот, вы можете сами, да, оценивать объем. Это практически полный флакончик. Итак, Эскада вишни в Японии обойдется вам всего лишь в 3300 рублей, включая пересылку. Я считаю, что это классный ценник, это просто классный, великолепный парфюм. Сейчас как раз на весну и на лето. Это такая бодренькая, сладко-кисленькая ягодная поливашечка, в которой очень хорошо чувствуются ягодки вишни и вишневый цвет. Следующее, да? Вы только, пожалуйста, не удивляйтесь, что я расстаюсь с этим ароматом. Это вообще линейка, одна из самых моих любимых. Дело в том, что я основательно подзапаслась ими, и это не мои последние флакончики. А чтобы вышло для вас повыгоднее, вы же не занимаетесь в большинстве своем распивом, я решила вот остаточки во флаконах. Так, здесь флакон объемом 52 миллилитра, да, вот такой вот странный объем. И это Living Coral, это такой ирисово-пудровый парфюм. Значит, можете сами оценить остаток, какой здесь есть, от 52 миллилитров. Ну, тут, наверное, будет побольше половины. Так, Living Coral, пудровый, ирисовый, такой очень приятный, нежный и женственный парфюм. Обойдется вам всего лишь 3000 рублей, включая пересылку. Я считаю, что это классная цена за шикарный нишевый парфюм. Сейчас на них тоже цены очень возросли. Я, естественно, ничего не прибавляю. Вот, ну, цены у меня тут не такие, как сейчас, вы сами понимаете, да? И второй парфюм, это уже вот мой второй флакончик, и третий стоит на очереди, абсолютно целый. Это Parfum Saxe Black, это тот, который похож по звучанию на Baccarat Rouge 540. Вот, смотрите, какой здесь остаточек, и вот этот остаток обойдется вам... Parfum Saxe Black, да, вот он точно называется, 4000 рублей, включая пересылочку. Вот, смотрите, такой классный, да, здесь натюрморт, как можно сказать, да, либо пейзаж из флакончиков, но это еще не все. Так, вот, смотрите, какой шикарный аромат. Здесь 70 миллилитров, остаток от 100 миллилитров. Это нишевая марка, с которой вы можете познакомиться в Литуаль. Ну, я думаю, по отзывам блогеров вы все уже сходили и познакомились, и это парфюмерная композиция Amour Oud, дикий мед, Мьель Саваж, подойдет для тех, кто любит такие сладковатые, древесные, благородные парфюмерные композиции. Вот такой красивый флакончик. Amour Oud у нас, еще раз повторюсь, здесь остаток 70 миллилитров от 100. Обойдется вам всего лишь в 7000 рублей, включая пересылку. Можете пройти на сайт Литуаль и посмотреть, сколько сейчас это стоит. Я тоже покупала в Литуаль, но подешевле, чем сейчас. Покупала, не помню, то ли за 14 тысяч. Сейчас, по-моему, вот он уже 17 стоит. Это если использовать бриллиантовую карту Литуаль. В общем, 7 тысяч рублей, включая пересылку, практически даром.
Так, что дальше? Так, дальше моя недавняя покупка. Это аромат, который я приобретала также по акции в интернет-магазине «Золотое яблоко». Это нишевая парфюмерная композиция, которая называется «Танец листьев» The Wood Collection, нишевый бренд. Почему я решила расстаться с данной парфюмерной композицией? Потому что посмотрела в своем парфюмерном шкафчике. У меня такого направления древесно-ванильно-пачулевого полным-полно. Коробочка, да, полный шкафчик, я люблю очень такое направление, и этот парфюм очень похож по своей компоновке и звучанию на Tom Ford Noir de Noir. Здесь целая соточка. Вот, можете посмотреть, целая соточка великолепной парфюмерной композиции. В общем, «Танец листьев», аромат обойдется вам с полной 100 мл, всего лишь 5300 рублей, включая пересылку. Ну, чуть подороже я покупала, но ничего страшного, да? Ничего страшного, лишь бы вы были довольны, лишь бы вы были счастливы. Любите такое направление, тогда это точно ваше. Стойкий, шлейфовый, очень красивый, такой романтичный парфюм. И последний лот, который я хочу предложить вашему вниманию, это также нишевая линейка Carnier Barcelona. Я думаю, вы все знакомы с этой линейкой. Познакомиться с ней также можно в физическом магазине Litoile. Аромат называется Sweet William. Тоже невероятно приятный женственный аромат. Здесь объем от 100 мл. Сейчас покажу вам, чтобы вы могли посмотреть. Тут не хватает совсем чуть-чуть. Ну, наверное, миликов 10. Так, вот, посмотрите, донышко. Вот такая красота. Обойдется вам, сейчас скажу, 5000 рублей, включая пересылку. Вот такие классные парфюмы сегодня я подобрала для вас на распродажу. Надеюсь, эта подборочка вам понравилась. Если что-то захотите приобрести, пожалуйста, обращайтесь по адресам, которые я напишу в описании под видео, то есть в инфобоксе. А на этом я уже завершаю данное видео. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Всем говорю пока-пока. Всех целую и до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся.